Здравствуйте, друзья! Сейчас мы пройдем регистрацию компании WorldGM. Вы проходите по ссылке, которую дал вам человек для регистрации. Нажимаете кнопку «Регистрация». Нажимаете стрелочку вправо. Переходите на страницу регистрации. Проверяете логин или фамилия тут будет спонсора. Дальше. Пишите имя английскими буквами. Пишите фамилию. Тоже на английском языке. Дату рождения. Допустим, февраль 10-го. Год прописываете вручную. ИНН. Идентификационный налоговый номер. Выбираете пол. Выбираете свою страну. Выбираете область, город, международный код. Здесь надо выбрать вашу страну. Вписываете свой номер. Пишите адрес, номер дома, номер квартиры. Пишите индекс. Свой email. Желательно, чтобы это был Gmail. Почта, зарегистрированная на Google. Выбираем логин. Логин, который будет для входа в систему. И пишите пароль. Пароль нужно написать сложный. То есть должна присутствовать хотя бы одна большая буква, одна маленькая и цифры. Минимум 8 символов. Вы можете написать слово с большой буквы, английскими буквами, и добавить пару цифр. Повторяем пароль. Проверяем данные. Обязательно проверьте свою почту, потому что на почту вам пройдет подтверждение. Проверьте, правильно ли написано имя, правильно ли написано фамилия. И нравится ли вам ваш логин. Переходите ниже, ставите галочку «Я согласен». И нажимаете кнопочку «Продолжить». Если у вас есть подарочный affiliate ваучер, вы вставляете сюда номер ваучера и нажимаете стрелочку вправо. Если у вас нет подарочного ваучера, вы опускаетесь ниже, выбираете affiliate store 39, нажимаете «Buy now», дальше переходите, и вас выводит на страницу проплаты. Выбираете для проплаты систему ADN. Это проплата любой картой мира. Нажимаете Buy Now. Выбираете либо Kiwi кошелек, либо кредит карт. Выбираете кредит карт. Вписываете номер своей карты. Пишите имя владельца карты. Выбираете срок действия карты. Вписываете код CVV. То есть это три циферки на обратной стороне карты. И нажимаете Pay. Вам приходит смс-ка на телефон. У вас высветится окошко. Вписываете номер с смс-ки. Вы проплачены. У вас уже есть место в структуре. И у вас есть свой интернет-магазин. И есть бэк-офис. Следующий шаг – это выбор бизнес-пакета. Успехов, друзья, в бизнесе!